На месте размыва федеральной трассы Колыма в Миконском районе МЧС и служба спасения Якутии организовали мобильный пункт жизнеобеспечения. Он может вместить до 50 человек. Вместе с тем на участке организована перевозка людей через реку Эльги на 6 плавсредствах. Также работают медпункт, пункт питания и места отдыха. Добавим, что ситуация на трассе находится на контроле правительства Якутии и управления МЧС по республике. В настоящее время дорожная служба ведет работы по открытию движения транспорта через мост. Заканчиваются работы по устройству дамбы и отсыпке места размыва.